Очередное ДТП с пешеходами произошло в Сургуте. Накануне вечером водитель ваза сбил двоих детей. Авария произошла в одном из городских дворов. По предварительной информации 8-летняя девочка и 7-летний мальчик выбежали на дорогу из-за припаркованных автомобилей. Пешеходы получили травмы. Всего за минувшие сутки в Югре произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе четверо детей. 9 водителей попались нетрезвыми, четверо отказались от экспертизы. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли более 50 человек и еще 38 нарушили правила перевозки детей.